Я Ибн Сина. Ибн Сина? Мне давно хотелось встретиться с вами. Я много слышал о вас. Прежде всего, достойнейший Беруни, прикажите дать нам чистую одежду и сосуд с уксусом вымыть лицо и руки. У какого народа такой обычай? В какой стране? Это должно стать обычаем той страны, где свирепствует черная смерть. Понимаю. Заходите. Прошу вас. Досточтимый Ибн Сина, скажите, можно ли бороться с черной смертью? Можно. Да? И для этого прежде всего необходимо освободить людей от страха перед этой болезнью. Самое главное – не бояться. Верно. Черная смерть передается от человека к человеку. Она прилипает ко всему. К рукам, к волосам. Даже ветер разносит черную смерть, поэтому людям нельзя собираться вместе. Нужно закрыть на время базары и мечети. Пусть каждый молится у себя дома. Покиньте базар! Пусть торговцы разносят свои товары по домам! Так говорит великий лекарь Ибн Сина! Деньги опускайте в сосуды с уксусом! Эй, люди! Не бойтесь черной смерти! Кто ухаживает за больным, пусть смочит вату в уксусе и заткнет себе этой ватой нос, а во рту пусть держит листья полыни. Сидите дома, веселитесь! Черная смерть убегает от музыки и веселья! Люди, слушайте! От одного больного заражаются 100 здоровых! Уходите из мечети! Расходитесь! Пусть каждый молится у себя дома, если не хочет заболеть. Так сказал великий Ибн Сина.